Утром вы не бегаете, поэтому здесь схватка у нас идет. Взрослые 4 минуты. Молодежь, юноши 3 минуты, копей 2 минуты. Все, бежим. О, видите, вы уже умерли. О чем это говорит? Как вы вообще живете? Так, шагом марш, пошли, пальчики разминаем, плечики разминаем, выпады делаем. Так, и сейчас я назначу 3 группы. И эти 3 группы проведут разминку. А я посмотрю, как преподаватель проведет разминку. Еще раз напоминаю, что лицом сюда ко мне. Так. На месте. Стой. Раз, два. Построились здесь еще раз. Так, у нас Андрей проводит, пожалуйста. Олеся переходит туда. Сюда, с лицом. Да, ты там. Так, вот эти два киндера. Сюда. Да. Так. По 3 человека. Все, пошли чуть-чуть вперед, да? Так, Олеся, ты побольше разбегал? Значит, все, кто, те ребята, девчонки, которые проводят разминку. Еще раз, говорить громко. 2, начинаем. Кисти, локти, плечи, шейки, ушки, туловище, тазобедренные, колено, это. То есть не садится сразу здесь. Все, отживаем. Пошли. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, и говорят на русском, на молдавском, на румынском, на украинском, на итальянском, на французском, на еврейском. На каждом языке говорят. На японском. Так, а это чье кимоно может быть? Кого у нас еще нет? А, Беатрич. Ну, Беатрич надо будет опять вылезть. Хорошо. Можно даже говорить, например, это упражнение из бокса, это упражнение от борьбы. Раз, два, три.
5 минут осталось. 3. Все, что делает преподаватель, в следующий раз больше. Партери, да, сидя, повороты корпуса справа, влево. Патри, кроме сокупки, можно сесть, повороты вправо, влево. Да. Борцовский мостик, гимнастический мостик. Повороты вправо, влево и касаемся грудь. А? Да, пожалуйста. Три человека, вот три преподавателя. Какие еще упражнения можно сделать? Страховка на правый и левый бок, так как делает Андрей. Хаджимы, пошли. Уно. Ой. Три. Мате, вот та команда, Олеся преподаватель, какое еще упражнение вы не делали? Подскажите ей. Шейку вы не делали, да? Нет. Не делали, да? Они делали. Какое упражнение? Михаил, подсказывайте вашему преподавателю. Так, хорошо. Вы, мальчики, и та самая Аделина, какое упражнение еще можно сделать? Вот смотрите. О! Да, вот смотрите, видите, как они делают? Все пошли, вот это упражнение. Ложимся ручки в стороны. И правой ногой левую руку. Печара, цинга, дряпка, цинга, дряпка. Пошли. Уно, дой, три, патро, уно, дой, три, патро. Хорошо. Теперь Аделина. Аделина. Да. Есть обычно, обычно ты с одной стороны или с другой стороны. Есть плюс-минус. Вот они делали точно это упражнение, только наоборот. Как-то могу показать. Инверс.
Да. Да, пошли. Одновременно считаем. Uno, dois, três, quatro. Uno, dois, três, quatro. Uno, dois, três, quatro. Сели на колени лицом ко мне. Значит, а сейчас я не буду делать как бы это. Вы сделаете так. Вы становитесь. Раз, два, три. Делаете аккуратно кувырок вперед, разворачиваете, вот смотрите, вы делаете сюда, туда, вы делаете с той стороны сюда, сюда, а вы делаете вот как бы с той стороны, со стороны двери, кувырок вперед, разворачиваете, кувырок вперед, кувырок назад, страховку, вот там, пожалуйста, встали, вы тоже там встали. Григорий, стоп, Григорий, чуть-чуть сюда. Леся, к центру. Центру, центру. Михаила, а есть? Вот. Вы так. И акробатику делаем. Пошли. Не надо 30 кувырков. Одно. Стоп. Стоп. Кокомер не выходит. Один кувырок сюда, другой туда. Пожалуйста. Это кувырки вперед, кувырки назад. Алеша. Страховка. Стынка, дрябка, умер. Да. Кидаровки ты делаешь, что можешь. Хорошо. Кто колесо может? Я. Пожалуйста. Только пошире становитесь и по очереди делайте, чтобы ударили друг друга. Хорошо, стоп, стоп. Смотрите, оттуда сюда делаем. Отсюда не делаем, как он все нуждается. Так. Вот. Так. А теперь страховку через правое, левое плечо. Вот это. Еще раз. Посмотрите, делаем шаг вперед и страховку. Посмотрите, делаем шаг вперед. Ставим руку и через плечо делаем кувырок. Да. Эту руку не назад, эту ручку здесь. Вика, очень сильно приседаешь. Наоборот, почти сильно ноги стараешься. Хорошо. Смотри, стоп. Стоп, легли на живот. Так, у вас сильная команда. Поэтому вы все делаете 8 раз. Оп, ой. Флоте, пресс, АШЗ. Значит, у вас 5 раз, 5 раз, а ты сильный, ты делаешь по 8. Вика по 8. А остальные по 5, но если сильный, значит делайте по 8. Пошли. Пожалуйста, пошли. Преподаватели считают вслух. Раз, два, три, четыре. Алиса, ты по-английски говоришь. Тут русский, английский и не будет английский. То есть построились, пожалуйста, вы здесь, вы там строитесь. Аделина, построй ребят там. Вот здесь вот, да. Может, в середине стоят. Все, встали. Ага. Вот так. Значит, что скажу. Неплохо. Я потом еще вам добавлю кое-какие упражнения специально для борьбы. Но в принципе, то есть здесь Андрея, здесь Олеся, здесь Аделина. Значит, поэтому вы получаете... По призу. Хорошо провели. Молодцы. Это преподавателям. Еще раз. Они же проводили разминку? Проводили. Вот. А вы делали. Вы делали хорошо, вы помогли. Когда будет наоборот, другие будут проводить. Значит, вы тоже должны помочь. Так, сейчас. Значит, так.
Аделина в центр, все остальные на желтый вот этот мат не наступать. Да, да. Стали по кругу. По кругу. Выбиваем Аделину. Да, ничего. Туда. Можно здесь, можно там. Еще раз. Давай, ловить не надо. Нет, нет, вопрос хочу. А если поиграю, чтобы... Если в тебя попадут или минута, мы просто поменяем, чтобы все не могли поиграть. Готовы? Хаджина. Все, и побыстрее, и побыстрее. Гоняйте ее, гоняйте, гоняйте. Пошло время, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот. Так, стоп, мате, 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 мате. Значит, что я вас попрошу? Раз это игра, все хотят играть. Значит, смотрите. Да. Значит, смотрите. Что мне нужно? Во-первых, ты старайся не кидать только вот только так, да? Старайся, если где-то она задержалась, дать немножко вправо, немножко влево, еще как-то. То есть показать, например, раз ему отдать пас, а ты можешь ей не кидать просто рядом или этот сюда. Замучить ее. Итак, Хаджина, поехали. Быстрее. Не жди. Сразу кидай. Старайся кидать так, чтобы... Ага. Так, стоп. Мате. Мячик очень хороший. Он мне понравился. Поэтому девочке становится дрюка. Можно тебя? Мальчики, девочки становятся в центр. Все. Сейчас еще мы подойдем. Андрюха, становись, помогай. Хорошо? Алеша, иди сюда, вот сюда. Андрюша, туда. Андрюша, туда. Андрей, только ты кидаешь двумя руками. Они одной, а ты двумя. Итак, не падать. Смотрите, девочки, стараться не падать. Никто не выходит. Они должны вас попасть 10 раз. 10 раз попали. Значит, меняемся. Хаджиме. Пошли. Опа. Быстрее, быстрее, быстрее. Не трогайте. Не трогайте мячик. Не трогайте. А вы берете. Только кидайте. Не трогайте. Опа. Раз, пас. Вот так. Вы вам одной рукой кидаете. А только Андрей. Два. Не трогайте. А да, ладно. Здорово. Да, Михаил. Михаил. Ну, Михаил тяжелее, чем вас. Не надо. И что? Стоп. Смотрите. Вот он с мячом. Вот он будет кидать. Значит, кто-то там должен стоять. Хаджина. Вот. Три. Убегай, ничего страшного. Ничего. Это просто игра. Четыре. Йоу. Так. Давай. Еще раз. Не кидай ее. Не кидай сразу. Да, через раз. Через раз. Пять. Через раз не убегай. Да. Да. Пять дырки. Раз, пас. Вот. А, девчонки, попались? Андрюха, долго ждешь? Да, пас. Ну?